Приветствую. Домой? Ну? Домой, что ли? Твой. Значит, заводится он с ключа, естественно. Вот здесь вот переключение вперед-назад. Значит, вперед. На тормозе, если на тормозе стоит, то он не едет. Угу. Отпускайте тормоз. Вот этот самый маленький. Ну, все, нормально. Что надо нажать? Вот. Здесь есть у вас поворотники. Угу. А как вы? Вот просто на это и поехал. Понятно. Садись. Только аккуратненько. Контрольный тут возьму родительский. А он его Стой, подожди. Что? Тогда не так надо сделать. Он без ключа просто работает. А. Все. Значит, если что, на открытый замок. Нет, это тебе не надо. Все, он уже работает. Все, можешь ехать. На газульку. Только рули хорошо. Да ладно, он посмотрит и все. На, вам побегай за ним пока. По снегу, конечно. Ну да, ничего, сейчас снег сойдет. Ну да. Скорость переключаем назад только при полной остановке. Илюш, слышал? Да. Пробуксовый. Пробуксовый, да. Ладно, Натя, разбирайтесь потом. Если чего, на этот, на замок, который открытый. На открытый замок он выключится, да. Угу. А я закрытый, включится. Да. Нет. На открытый замок он остановится. Ага. Вот, смотрите. Ага. Все, он выключился. Чтобы его завести, два раза на молнию. Илья, куда? Это мое, это не вот, твое. Да. То есть он работает без ключа. Угу. Если без брелка, то можно ключом завести и дальше поехать. Мам, я хочу самого. Это мамина контроль вот, за тобой. И, значит, вот скорость регулировки, ну, скорость тоже. Да, трех. Да. А, он вот здесь получается. Да, да, да. Решай. Это, ну, вот выставили маленькую скорость, и ключик это надо забрать, чтобы сам он не смог переключить, а то махнет и махнет. Пока на маленький ездит. Ну да. Ну все, включай. Он включен у тебя. Вот смотри, у тебя лампочки вот здесь вот горят, все, значит, включено. Рули только. Не вынимается аккумулятор. Подожди, Илюшка, одну секунду. Одну секундочку. Вот он гнездо для зарядки. А, понял. Сколько заряжается примерно по времени? По времени? Вот, индикация зарядки у вас вот здесь, вот, она полностью сейчас заряжена. Как будет уже там на двойке, на единице, то можно будет заряжать. Я понял. Сигналка работает. Так, Илюх, запомни, в машину не врезаться, в заборы тоже. Все, давай. А он одноместный, да? Ну, она, не, ну можно, да, вдвоем сесть. Там следующие покрупнее уже идут. Ну да. Ну я следующий хочу бензину ему взять, чтобы он здесь хотя бы азы набрался. Ну да. А этот перейдет вон, девчонки. О, сейчас потяжелее будет, будет ехать. Ну, кстати, да. Все, все прямо колеса, все, поехали. Вот аккуратно вози. И не забывай про тормоза. Хорошо. К вечеру домой вернись. Ладненько, все. Спасибо большое. Пожалуйста, катайтесь на здоровье.